Верховного Совета РСФСР. По указанию Владимира Ильича Ленина в декабре 1917 года началась здесь подготовка красных командиров. Ныне он является не только гарантом созидательного труда советского народа, но и гарантом всеобщего мира на Земле. Одна из самых почетных и ответственных обязанностей. Этот парад, рапорт нашей партии, нашему народу, о готовности наших вооруженных сил с честью выполнить свой долг. И пусть знают те, кто вынашивает агрессивные планы, что наша армия была, есть и будет непобедимой. Красной площади всей стране рапортует сегодня трудовая Москва. Красная песня. На ее баррикадах занималась заря революции. Над колонной краснопресненцев гигантский горящий факел, символ верности делу октября. Рапортует трудовая Москва. На сотни миллионов рублей сверхплановой продукции выпустила за 10 месяцев года промышленность столицы. Говорит, показывает вам. Уважаемые телезрители, мы только что потеряли сигнал центрального телевидения из Москвы. Мы не можем установить причину сбоя. Телефоны в Москве также не отвечают. Просим вас не включить телевизор. По мере получения новой информации мы вам ее сообщим. У меня звонок. Что? Война? Говорит штаб гражданской обороны Вологодской области. Внимание, внимание, граждане, воздушная тревога, воздушная тревога. Всем гражданам срочно взять с собой документы, средства защиты, лекарства, минимальное количество воды и продуктов, отключить газ, воду, электричество, потушить огонь в печах, предупредить соседей немедленно эвакуироваться в убежище, либо укрыться в подвале, в подполье, в внутренней комнате или в складках местности. Не забудьте помочь детям, инвалидам и престарелым. Сохраняйте спокойствие и не покидайте убежище до сигнала отбоя воздушной тревоги. Говорит штаб гражданской обороны Вологодской области. Внимание, внимание, граждане, воздушная тревога. Воздушная тревога. Всем гражданам срочно взять с собой документы, средства защиты, лекарства, минимальное количество воды, газ, воду, электричество, потушить огонь в печах, предупредить соседей немедленно эвакуироваться в убежище, либо укрыться в подвале, в подполье, в внутренней комнате или в складках местности, помочь детям, инвалидам и престарелым. Сохраняйте спокойствие и не покидайте убежище до сигнала отбоя воздушной тревоги. Так, тревога не учебная. Тревога настоящая. Повторяю, тревога настоящая. Всем немедленно в укрытие. Москва уже под огнем.
Аппаратура связи в режим дежурного приема переведена. Внимание! Внимание! Граждане! Отбой воздушной тревоги! Отбой воздушной тревоги! Всем жителям Вологодской области, кроме жителей Череповецкого района, покинуть убежище и ждать получения дальнейших указаний. Всем жителям Вологодской области, кроме жителей Череповецкого района, покинуть убежище и ждать получения дальнейших указаний. Проверка связи. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Говорит заместитель начальника военной комендатуры Вологодского гарнизона по политической части капитан Никитин. Я передаю официальное сообщение советского правительства о произошедшей ситуации. Вчера, 7 ноября, в 10 часов 40 минут по московскому времени, после военного парада и во время демонстрации трудящихся в Москве на Красной площади, вблизи нее был взорван тактический ядерный заряд, доставленный американскими диверсантами. Кремль и прилегающие к нему здания уничтожены. Центральная часть Москвы подверглась разрушениям и повышенному радиоактивному загрязнению. Численность погибших может превышать 100 тысяч человек. Среди погибших генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Владимирович Андропов и министр обороны СССР Дмитрий Федорович Устинов. Именно они являлись главными целями взрыва, который также привел к электромагнитному импульсу, нарушившему работу радио и телевидению, но он не повредил линии связи военного назначения. Сразу же после взрыва в Москве страны НАТО перешли к открытой агрессии против Советского Союза, запустив оперативно-тактические ракеты с ядерной боевой частью, а также совершив массированное вторжение авиации вглубь СССР. Сухопутные части США и их союзников начали наступление на территорию ГДР, Чехословакии и Венгрии. Япония совершила попытку нападения на Сахалин и Курильские острова. Китай также совершил нападение на дальневосточные границы Советского Союза, но после нескольких неудачных попыток прекратил их. Руководство Советского Союза знало о возможной подготовке стран НАТО к войне, проводившейся под видом крупномасштабных учений. Вооруженные силы СССР находились в повышенной боевой готовности и были готовы ответить на враждебные действия, однако настолько подлую диверсию в Москве предотвратить не удалось. Войска противовоздушной обороны СССР смогли отразить авиационное нападение. Однако ракеты малой и средней дальности нанесли ощутимый урон советским городам. Блок НАТО отказался от полномасштабного нападения межконтинентальными ракетами. Поэтому Советский Союз также пока их не применил. Однако тактические ядерные снаряды были применены в качестве ответной меры. Одна из ракет предназначалась для города Череповец, но она не долетела и взорвалась над Уломскими торфоразработками. В связи с этим жителям Череповецкого района не рекомендуем покидать убежище. Река Шексна и другие водоемы могут быть подвергнуты радиоактивному заражению. Всем остальным жителям области следует сохранять спокойствие. Сейчас уже начинается эвакуация большинства жителей городов в сельскую местность. Среди них города Вологда, Сокол и Великий Устюг, а впоследствии город Череповец. Для эвакуации населению следует собираться возле школ и железнодорожных станций, куда будет подан транспорт. Часть взрослого населения подлежит эвакуации в пешем порядке. Представители отдельных специальностей эвакуации не подлежат, им следует явиться на свои рабочие места.
Необходимо взять с собой документы, лекарства, минимальный запас воды и продуктов. В Советском Союзе объявлена мобилизация граждан в вооруженные силы СССР. Всем лицам, имеющим мобилизационное предписание, вместо эвакуации необходимо явиться в военные комиссариаты или отделения милиции для укомплектования уже разворачиваемых частей военного времени. Все прочие военнослужащие запаса и неслужившая молодежь будут призваны по мере необходимости. Слушаю. Так точно. Выполняю. Так. Бирюза-8. Бирюза-8. Передаю сообщение. 5-5-5-5-5. Еще раз повторяю. 5-5-5-5-5. Сообщение передано. Так, на чем мы остановились? На всей территории Советского Союза объявлено военное положение и действуют законы военного времени. Гражданам следует строго соблюдать все указания военнослужащих, сотрудников МВД и КГБ. Они наделены чрезвычайными полномочиями вплоть до возможности расстрела на месте за попытки совершения преступлений, мародерства, отказ от призыва в вооруженные силы или участие в аварийно-спасательных работах. Жители сельской местности обязаны принять у себя эвакуированных жителей городов. Отказ в помощи другим гражданам будет наказан по законам военного времени. Всем лицам, состоящим на учете в правоохранительных органах, включая политические статьи, необходимо явиться в отделы милиции для дальнейшей отправки на организованные работы. Иначе данные лица будут автоматически признаны сотрудничающими с противником и подлежащими ликвидации. Для таких граждан это единственный способ сохранить себе жизнь. Антисоветская пропаганда также является основанием для расстрела без суда и следствия. Следует помнить о том, что могут действовать иностранные диверсанты, шпионы и завербованные ими советские граждане, которые только сейчас начали свою активную деятельность. Некоторые из них уже уничтожены при попытках диверсии на военных объектах. Обо всех подозрительных лицах следует немедленно сообщать военнослужащим, милиции или сотрудникам КГБ. Спящим агентом может оказаться ваш сосед, коллега и даже родственник. Предупреждаем о необходимости строго сохранять военную и государственную тайну. Гражданам следует быть готовыми к повторению сигнала воздушной тревоги и сохранять спокойствие. Попытки распространения паники также будут жестко наказываться. Не следует доверять слухам и распространять их. Получайте только официальную информацию. Как вы поняли, в Вологодской области частично восстановлено электроснабжение. Однако после передачи данного сообщения оно может быть отключено. В дальнейшем подача электроэнергии для населения может производиться только в вечернее время. Многие проводные радиоузлы подключены к независимым источникам электропитания. Потому проводное радио будет работать почти весь день. Используйте радиоточку как основной источник информации. Стоит напомнить и о некоторых дополнительных мерах защиты. Примите меры защиты сельскохозяйственных животных. Герметизируйте помещения, водоисточники, запасы кормов, а племенным и высокопродуктивным животным рекомендуется выдать средства индивидуальной защиты. Личную частичную обработку от радиоактивных веществ можно произвести самостоятельно, удалив пыль с одежды и обуви вытряхиванием или обтиранием. Промывайте водой или обтирайте открытые участки кожи, прополощите рот и горло. Необходимо деактивировать и продукты питания. Промывая с мылом консервные банки, крупы следует промывать через дуршлаг. Срезайте поверхностный слой с твердых жиров. Обмывайте водой мясо. Проводите работы по деактивации в средствах индивидуальной защиты. Берегите воду и осторожнее относитесь к печному отоплению. Съешьте сейчас скоропортящиеся продукты или найдите другой способ их сохранения, помимо холодильника. Не используйте воду для смыва в канализацию. По возможности найдите другие отхожие места. Не забывайте про меры светомаскировки. Вооруженные силы СССР делают все возможное для отражения агрессии даже в таких сложных обстоятельствах.
главнокомандующим вооруженными силами СССР назначен адмирал флота Советского Союза Сергей Георгиевич Горшков. Генеральным секретарем ЦК КПСС назначен Григорий Васильевич Романов. Председателем Совета министров СССР назначен Николай Семенович Конарев. Все они не пострадали и находятся в защищенных местах. Новое сообщение будет передано сегодня в 18 часов. Планируется восстановить телевизионное и радиовещание с 18 до 22 часов. Сейчас для советского народа как никогда важно объединиться для общей цели – отражение империалистической агрессии. Сегодня мы в большей опасности, чем в 1941 году. Только от всех нас будет зависеть судьба нашей страны и наших коммунистических союзников, которые находятся в не менее тяжелом положении. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Вы только что видели первые фотографии, полученные из центра Москвы, где сейчас уже проводятся аварийно-спасательные работы. Даже в 1 километре от эпицентра взрыва найдено значительное количество выживших. Подручные средства защиты продуктов и воды предохраняют от бактериологических, отравляющих и радиоактивных веществ.
Горском районе. Согласно их информации, 50 рентген в час. Надо измерить температуру. И чтобы горлышко было в тепле. Подарите 13-го, 292-го, метров за 500 от железнодорожного перевода. Тихо, тихо, тихо. Помогите, чем можете. Отстрелили меня, заряд, отстрелили. Все, понял, только помочь нечем. Слышал, слышал, контроль 8 передает, что патроны кончили. Нахуй погибнем, это не просто так бездушно. Надо конкретная и быстрая помощь, нахуй. Придумал. Ребята, если появится лиса, громко меня позовите. Кукя! О, зашел, давай быстрее, то плавить придется. Ух ты! Это ты сюда попасть можешь, девочки, давайте поцелуемся на всякий случай, а? Вот она, весна-то. Ой, какой ты смешной! Мокрый весь! Никому тебя не отдам. А мне все равно. Говорит военная комендатура Вологодского гарнизона. Мы вынуждены прервать эфир для передачи нового срочного сообщения. Граждане! Получена информация о фактах применения иностранными диверсантами биологического оружия сразу в нескольких районах Советского Союза. В большинстве случаев это тулеремия. Ее основные признаки – это сыпь, лихорадка, отек лимфатических узлов, воспаление глаз, отсутствие лечения с высокой вероятностью приводит к летальному исходу. Заразиться тулеремией можно при контакте с животными, а также от зараженной воды и продуктов. Возможно заражение и через воздух. В соседней Кировской области отмечены случаи заражения пока еще неизвестной инфекцией, возможно являющейся новой секретной разработкой стран НАТО, которая характеризуется еще более высокой степенью заразности. В нашей области пока не отмечено применение биологического оружия, но стоит напомнить основные меры предосторожности, так как случаи заражения выявлены вблизи городов Октябрьский, Доровской и Подосиновец. Не выходите из дома без должной необходимости. Ежедневно измеряйте температуру тела, проводите регулярную уборку, избавляйтесь от мусора, уничтожайте грызунов и насекомых. Соблюдайте личную гигиену, мойте с мылом руки, овощи и фрукты. Старайтесь обдавать кипятком. Используйте проверенные источники воды и пищи. Сведите к минимуму контакты с животными. При появлении признаков заражения старайтесь изолировать больного и не контактировать с ним. Обо всех подозрительных случаях немедленно сообщайте медицинским работникам, либо милиции и военным. Будьте готовы к возможным карантинным мерам и соблюдайте их. Примите меры к изоляции сельскохозяйственных животных. Также обращайте внимание на любые летательные аппараты, особенно оставляющие подозрительный шлейф. Необычно крупные скопления грызунов и насекомых могут быть трупами зараженных животных. Держитесь от них подальше и немедленно сообщите об этом.
Только дисциплина и правильные действия граждан смогут предупредить более опасные последствия. Организма и способствовать развитию болезни.
Пожалуйста, будьте осторожны и соблюдайте все предписания властей. Это не время для паники или беспечности. Нам нужно действовать вместе и обеспечить безопасность всех граждан. Соблюдайте правила личной гигиены и дистанцирования. И помните, что ваше здоровье и безопасность на первом месте. Твою мать, я умираю.